Еще раз. Сегодня предлагаю обсудить... Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно. Открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются и они обеспечиваются ТЭКом. Обеспечением технологического лидерства. И, конечно, реализацией масштабных социальных. За январь-апрель добыча газа в России составила 246 миллиардов 400 миллионов кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Довольно стабильны показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195 миллионов 700 тысяч тонн, что незначительно на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но исходим из того, что есть у нас договоренности по линии ОПЕК+, и это добровольное снижение. Устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года, если сравнить аналогичные 6 лет. Кроме того, еще 2 года назад на отраслевом совещании...